Мы в отеле Мивара, Resort and Spa. Это холл, входная группа. Отель находится в районе Гюмбет. Как и все отели, ярусный, достаточно видовой. Здесь виды на всю бухту. Смотрим номер стандарт в отеле Мивара. Такая ванная комната с душем. Раздельный душ и раздельный туалет. Номер оформлен в светлых тонах, очень приятно. Номера коннектятся. Коннекты Deluxe со стандартом. Смотрим номер Deluxe в отеле Мивара. Очень просторная ванная комната. Плюс душ. Две раковины. Набор косметики, полотенца. Здесь мини-бар, набор чая, кофе, кофемашина. Здесь есть огромная гардеробная с сейфом, с большим зеркалом. Все очень в светлых тонах, приятно. Встроенный телевизор в зеркало. Терраса с шезлонгами, естественно, с красивыми видами. В отеле Мивара. Номер King Suite. Вид из номера просто потрясающий. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Нам это очень важно. А также пишите в комментариях, как вам отель. Прогуляемся еще по территории отеля Мивара. Посмотрим пляж. Отель позиционируется как универсальный. Обещают, что музыка и диджей у них ежедневно есть в отеле. Очень приятная фишка отеля – это массажный кабинет прямо с видом на море. Пляж отеля представляет собой пляж-платформу. Удобного входа в море, конечно же, нет, но есть несколько удобных платформ, где можно зайти и искупаться. Отель работает на типе питания завтраки или полупансион. Анимация тут в режиме софт. Главная фишка отеля – это, конечно же, виды, безумно красивый цвет воды и атмосфера релакса. Тут открытое место, все-таки не бухта, поэтому присутствует ветер. В море установлен деревянный помост, до которого можно сплавать и отдохнуть на нем. И территория для купания ограждена. Висят буйки по периметру, что, в принципе, достаточно удобно, чтобы не заплывать. Еще раз посмотрим на территорию отеля уже с воды. Маленький-маленький кусочек, где можно зайти именно с берега. С правой стороны пляжа. Здесь совсем узенькая полосочка, но есть заход. В море мелкая-мелкая-мелкая галька. Подогреваемый бассейн внутренний, крытый. Спа-центр, тренажерный зал, детский клуб Пелевара.
Тут различные игровые зоны, очень классно все оформлено. Отель современный, детьми тут тоже отлично занимаются. И особенно понравился вот такой диванчик с шариками. Открытая площадка детского клуба. Здесь же идет основной бассейн. Дорогие зрители, надеюсь, вам понравилось видео. Пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.